Познакомитесь с двоюродным братиком. У нас есть братик Бублик. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Котята не ожидали, что Бублик еще совсем маленький. И теперь они не знают, что делать. Какие вы молодцы, котятки! Так хорошо поладили с братиком. Боржик, Компот, поднимите моих кукол и сделайте уборку. А чего это ты нам приказываешь? Не захотим и не будем, да, Компот? Да. Ах так? Тогда я своей волшебной палочкой превращу вас в жаб. Компот исполняет желание карамельки. Теперь нам придется выполнять все ее приказы. Ведь если она разозлится... Не хочу быть жабой. Ква. Я тоже. Ква. А вот и вторая спица для вязания. А я думаю, куда она пропала? Так это просто мамина спица, а не волшебная палочка. Ну да, просто я решила вас напугать. Вы же не делали то, что я вам говорила. Опять каша. Мы ее каждое утро едим. Скоро каша у меня из ушей полезет. Ну, каша очень полезна. Так что завтракайте, а я сбегаю в магазин и куплю вам что-нибудь вкусненькое. А давайте устроим свое кулинарное шоу. Да, приготовим самый вкусный завтрак в мире. И угостим маму с папой. Здорово! Миу-миу! Мы же не умеем пользоваться духовкой. Может, нам вообще закрыть наше кулинарное шоу, раз мы ничего не умеем? Я знаю, что надо делать. Мы приготовим салат. Для этого достаточно просто перемешать все продукты. В маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька. А еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот. Три кота. Два кота! И одна кошечка. Братик. Однажды утром мама сказала котятам, что сегодня у них будут гости. К нам приедет моя сестра, тетя Корица, со своим сыном Бубликом. Вы наконец-то познакомитесь с двоюродным братиком. У нас есть братик Бублик. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Интересно, а какой он, наш братик Бублик? Наверняка воспитанный. Приветствую, у вас очаровательный бантик. И наверняка он любит читать. А я думаю, он классно играет в футбол. С ним у нас получится отличная команда. Или музыкальная группа. Привет. Привет, дорогая. Тетя Корица! Привет, племянники! Какие вы стали большие! А где же наш братик Бублик? Да вот же он! Что? Это и есть Бублик? Веди себя хорошо, мой сладкий. Поиграйте пока с братиком, а мы приготовим чай. Котята не ожидали, что Бублик еще совсем маленький. И теперь они не знают, что делать. И как с ним играть? Он же ходить не умеет. И разговаривать не умеет. Ой, что ты делаешь? Это же моя любимая кукла. Смотри, Бублик, какой классный мячик. С ним можно играть. Да, для футбола ты еще маловат. Смотри, Бублик, это называется шахматы. Ой, мои шахматы.
Кукол трогать нельзя. И машинки тоже. Надо как-то его успокоить. Мы не можем отдать ему мельницу. Это игрушка для котят постарше, а не для таких малышей, как он. Малышей? Я знаю, что надо делать. Надо найти игрушки для малышей. Когда я была совсем маленькой, то очень любила эту погремышку. Котята нашли игрушки, в которые они сами играли, когда были малышами. Котятки, так хорошо поладили с братиком. Мы с Бубликом теперь будем вас почаще навещать. Здорово! Миу, 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 миу! Однажды Коржик и Компот устроили в комнате большой беспорядок. Коржик, Компот, поднимите моих кукол и сделайте уборку. А чего это ты нам приказываешь? Не захотим и не будем, да, Компот? Да. Ах так? Тогда я своей волшебной палочкой превращу вас в жаб. Это волшебная палочка? Ха, докажи. Пусть твоя палочка наведет в комнате порядок. Ладно, но вы должны закрыть глаза. Я взмахиваю палочкой. Карамелька сама убирает игрушки, чтобы доказать, что палочка волшебная. Ваше желание исполнено. Вот это да! У нас теперь есть волшебная палочка! Мы можем пожелать, что хотим! Здорово! Миу, 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 миу! Нет, это моя палочка. И я хочу, чтобы вы покачали меня на качелях. Иначе превращу в жаб. Коржик и Компот исполняют желание Карамельки. Теперь нам придется выполнять все ее приказы. Ведь если она разозлится... Не хочу быть жабой. Ква! Я тоже. Ква! Надо отобрать у нее волшебную палочку. Эй, верните палочку, а то превращу в жаб! Это мы тебя превратим. Пусть Карамелька превратится в жабу. В жабу. Не работает. А, так мы должны закрыть глаза. Тогда сработает. А, точно. Ай! Теперь она точно превратит нас в жаб. Бежим, расскажем все маме. Эй, подождите. Коржик! Она все-таки превратила тебя в жабу! Мама! Компот! Мама! Карамелька превратила коржика в жабу! Смотри, что ты наделала! Не может быть! Прости, Коржик! О, вот где моя бескозырка. А я ее в кустах искал. Коржик! А вот и вторая спица для вязания. А я думаю, куда она пропала? Так это просто мамина спица, а не волшебная палочка. Ну да, просто я решила вас напугать. Вы же не делали то, что я вам говорила.
Ты не говорила, ты приказывала. Подождите. Карамелька, если ты хочешь, чтобы братья что-то для тебя сделали, ты должна просто сказать волшебное слово «пожалуйста». А оно волшебное? Компот, дай мне жабу, пожалуйста. Пожалуйста. А ты, Коржик, открой, пожалуйста, дверь. Пожалуйста. После этого слова приятно исполнять чужие желания. Наверное, оно и правда волшебное. Конечно, лучше любой волшебной палочки. Здорово! Миу, 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 миу. У тебя подписка. В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька. А еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот. Три кота. Два кота! И одна кошечка. Мяу. Кулинарное шоу. Однажды утром Коржик, Карамелька и Компот ждали завтрака. Котятки, за стол. Опять каша. Мы ее каждое утро едим. Скоро каша у меня из ушей полезет. Ну, каша очень полезна. Так что завтракайте, а я сбегаю в магазин и куплю вам что-нибудь вкусненькое. Эх. Хотите вкусно поесть и порадовать близких? Мы готовим потрясающие блюда. Смотрите по субботам наше кулинарное шоу. Вау! А давайте устроим свое кулинарное шоу. Да, приготовим самый вкусный завтрак в мире. И угостим маму с папой. Здорово! Миу, 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 миу. Котята достают из холодильника все, что они любят. Что приготовим на завтрак? Давайте сделаем пирожки с вареньем. Но для пирожков с вареньем нужно намесить и раскатать тесто. А мы этого не умеем. Тогда давайте сделаем запеканку с колбасой. Но мы же не умеем пользоваться духовкой. О! Завтрак слегка подрумянился. Может, нам вообще закрыть наше кулинарное шоу, раз мы ничего не умеем? Я знаю, что надо делать. Мы приготовим салат. Для этого достаточно просто перемешать все продукты. Котята начинают готовить салат из сыра, кильки, молока, джема и чего-то еще. А что это вы тут устроили? Мама, сейчас будет кулинарное шоу. Мы приготовили на завтрак самый вкусный салат в мире. Сейчас мы все вместе будем его пробовать. Надо же, очень интересно. А тут как раз проснулся папа. Доброе утро! А что у нас на завтрак? Кулинарное шоу от наших котят. Дорогие телезрители! Попробуйте наш салат «Три кота». Ну, для первого раза очень даже... Господи, что это? Это же несъедобно. По вкусу, как козявки. Но почему салат такой противный? Мы же положили в него все самое вкусное. Молоко, рыбу, бананы. Соленые огурчики, колбасу, джем. Еще сахаром все посыпали. Они хотели отравить родного отца. Думаю, лучше смешивать только те продукты, которые сочетаются по вкусу. А если просто перемешать все, что нравится, то ничего хорошего не выйдет. Это точно. А что, если нам позавтракать кашей? Да, я тоже хочу кашу. И я. А то мы из-за нашего кулинарного шоу совсем голодные. Ага. Будет вам каша. А это я, пожалуй, унесу.
Дорогие телезрители, попробуйте кашу «Пять котов». В нее вы можете добавить варенье, мед, изюм, орехи или сухофрукты. И от этого она станет еще вкуснее. Ура! Миу-миу-миу-миу! Вот так завтрак превратился для котят в настоящее кулинарное шоу, где каждый может приготовить свою особенную кашу.